Делегация посетила предприятие «Ирбазальт». Завод полностью готов к введению в эксплуатацию. Как отметил директор завода, предприятие бесперебойно должно обеспечиваться электроэнергией. В случае перебоя в оборудовании может выйти из строя. Чтобы избежать подобных рисков, было принято решение построить газовую станцию. С нашими технологами поработали и решили, что необходимо нам газопоршневые установки, чтобы обеспечить бесперебойную работу нашего оборудования. Автоматическое включение. Да, то есть и параллельно мы можем запас, который у нас есть, мы можем обратно его выдавать в городские сети. Ну, и тем самым у нас снижается и себестоимость. Новый завод будет производить профиль, арматуру, строительную сетку. Полотно. Это вот, который мы получаем уже из печи. Это вот натуральный камень. Это без добавок, без ничего, без химических каких-то. Роман Джоев подробно рассказал гостям о процессе переработки базальтового волокна. Самое дорогостоящее оборудование, которое у нас стоит, это вот здесь. Вот эта вся система, она тоже индивидуально изготовлена. То есть нить попадает в филерный питатель. Это вот там отверстия маленькие, потому что человеческий волос. Температура. Да, и температура. И спускается по этому филерному питателю уже волокно. И процесс начинается внизу, уже второй оператор подхватывает, наматывающее устройство наматывает. И происходит уже автоматический процесс пошел, и он уже не должен останавливаться. Как отметил директор предприятия, уже подписаны договоры, и с экспортом и реализацией продукции проблем не будет. Что касается самого базальта, то в Южной Осетии есть два месторождения в Цхинвальском районе. Еще одно месторождение у нас в северной части. То есть их около 5 месторождений, которые мы уже исследовали, мы провели лабораторные исследования и нам подтвердили качество сырья. По словам Романа Джоева, на предприятии создано порядка 100 рабочих мест, но по мере увеличения производственных мощностей появятся дополнительные рабочие места. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.